Был уже поздний вечер, когда Александр, просмотрев все бумаги и сделав необходимые правки, откинулся на спинку стула и с наслаждением потянулся. Мужчина взглянул на часы и присвистнул. Заработался, однако, пора собираться домой. Он, с сожалением подумал, что пришлось пропустить сегодняшнюю тренировку в спортзале и завтра опять, наверное, сходить не получится. Выключив свет в своем кабинете, он с удивлением заметил, что в общем зале за одним из столиков сидит девушка и что-то пишет. Наталья Валерьевна, вы почему еще не дома? Наталья подняла голову. Ой, простите, отчет дописала, потом вот, составила план на завтра. Я уже все, ухожу. Но давайте спустимся вместе. Может вас до дома подвести? Спасибо. Я сегодня как раз без машины. Как оказалось, Наталья жила в другом районе города, и Александру пришлось изрядно поколесить по улицам, прежде чем он добрался до ее дома. Наталья виновато улыбалась. В центре жилье очень дорогое. Что-то более-менее подходящее можно только здесь найти. Она немного помолчала, потом посмотрела ему в глаза. Александр, может... Поднимитесь, у меня есть хороший чай. Мужчина слегка смутился. Да нет, спасибо. Уже поздно. Завтра рано вставать. До свидания, Наталья. Возвращаясь домой, Александр думала о Наталье. Ее нельзя было назвать красивой, просто симпатичная. Но Александру она не нравилась. Не его типаж. А еще она была какая-то навязчивая. Нет, она, конечно, не бросалась ему на шею, не предпринимала никаких откровенных попыток стать ему ближе, чем просто сотрудница. Но как-то уж слишком часто попадалась ему на глаза, была чересчур исполнительной, старательной, внимательной. Александр считал, что к своим сорока годам успел основательно изучить женщин, думал, что все знает и видит, он понимал, что для 30-летней бездетной Натальи он – отличный шанс устроить собственную жизнь, но сам не хотел этого. Она, невысокая и слегка полноватая, не привлекала его, хотя о семейной жизни Александр все чаще задумывался. Годы шли, а он по-прежнему был одинок. Раньше понятно, Почти 15 лет у него ушло на то, чтобы, как говорится, встать на ноги. Свой бизнес он начинал с нуля и за это время узнал все прелести частного предпринимательства. Были ошибки, предательство партнеров, происки конкурентов. Два раза он становился почти банкротом, но упорно двигался вперед, продвигая свои идеи. И в конце концов научился не только видеть возможные риски, но и успешно предотвращать их. В жесткой борьбе за место под солнцем ему было не до отношений, легкий флирт, пара ни к чему не обязывающих встреч, вот и все, что он время от времени мог себе позволить. Теперь все это было позади. Он успешный бизнесмен, предприимчивый и уважаемый, с его мнением считаются многие, и тех, к кому он когда-то обращался за помощью, теперь сами просят о его поддержке. И вдруг Наталья. Простой менеджер его офиса. Одна из многих. Нет, ну если бы она хотя бы выглядела по-другому, вот как Антонина, например, тогда можно было бы попробовать. Вдруг она человек хороший. Но пока он не хотел этого узнавать. Мысли Александра переключились на Антонину. Антонина была его партнером по бизнесу. В городе она появилась недавно, но о ней сразу заговорили. Стройная, стильная, ухоженная, она умела поддержать любой разговор. С ней не стыдно прийти на любую встречу, потому что не было такого мужчины, которого Антонина не сумела бы свести с ума. Их совместные проекты приносили очевидные дивиденды, и бизнес Александра процветал. В последнее время он стал замечать, что она выделяет его среди других, и очень этому удивился, но поспешных выводов делать не стал. И вот Александр уже въезжал в свой район, когда раздался телефонный звонок, и в трубке зазвучал мягкий голос Антонины. «Саша, простите, что я поздно, но, может быть, вы согласитесь составить мне компанию и поужинать вместе?» «Это очень приятная неожиданность, Антонина. Куда мне подъехать?» «Ко мне домой. Я сейчас скину адрес». Ужин был превосходным. И сама Антонина, красивая, элегантная и соблазнительная, принимая букет и изысканно благодаря его за внимание, была великолепна. Александр был сражен. Он никогда не видел эту женщину в домашней обстановке, а теперь она, нежная и желанная, принадлежала ему. Утром, едва успев заскочить домой, чтобы переодеться, Саша поехал в офис. Весь день его мысли были заняты Тоней, а вечером она снова пригласила его в гости. Их встречи стали частыми, и Александр с удовлетворением заметил, что Антонина не только безупречная бизнес-вумен, но и идеальная хозяйка. У нее всегда было чисто, стекло сверкало алмазным блеском, нигде не было ни пылинки, и даже белоснежный диван в гостиной никогда не терял своего привлекательного вида. А как она готовила? Александр спрашивал, шутя, не подрабатывает ли она по выходным шеф-поваром. Антонина смеялась. Да, а еще уборщицей. Три месяца, наполненных романтикой встреч, закончились тем, что он сделал ей предложение. Это было очень красиво. Музыканты, звездное небо, лепестки роз, пантомима, исполненная профессиональным актером, и Антонина сказала «да». Прошло полгода. Александр был счастлив. Теперь он торопился домой, старался не задерживаться в офисе, ведь дома его ждала любимая женщина. Она по-прежнему готовила для него изысканные блюда, поддерживала уют и порядок, создавала ту атмосферу быта, которая никогда не доставляла ему хлопот. В тот день Александр приехал на работу и стал готовиться к совещанию. Вдруг он заметил, что его папка с подготовленными данными осталась дома. Александр взглянул на часы. Совещание должно начаться через полчаса. Успею, подумал он, и спустился на парковку. Вскоре он уже заходил в квартиру, с удивлением отметив, что Антонина почему-то дома. Странно, она еще утром сказала, что у нее важная встреча и даже ушла раньше него. А теперь что-то делает в ванной комнате. Он прошел туда и увидел двух незнакомых женщин, одна из которых натирала зеркала, а вторая мыла джакузи. Вы кто? воскликнул Александр, а потом с удивлением узнал, что они уже очень долго работают с Антониной Викторовной. Она им хорошо платит за то, что они очень быстро и хорошо убирают квартиру. Только она теперь будет очень сердиться и кричать, что вы увидели нас здесь. Но если добрый хозяин ничего не скажет ей, они уже через полчаса все закончат, заберут грязное белье, отнесут в прачечную, а чистое они уже принесли, только разложить по местам не успели. Александр слушал и не верил своим ушам. А готовите? Тоже вы? Нет. За продукты и еду отвечает Вадим. Он делает покупки и привозит из ресторана готовые блюда. А теперь... Можно мы доделаем свою работу, а то Антонина Викторовна не заплатит нам, а мы ведь уже почти все сделали? Александр вернулся в офис. Неужели он был так слеп? Как можно было не заметить, что их домом управляют другие люди? Но зачем было Антонине врать? Сегодня же нужно будет поговорить с женой. Во время совещания у Александра вдруг потемнело в глазах. Он почувствовал головокружение, а потом бок прострелила сильнейшая боль. Последнее, что он увидел, перед тем, как упал, это испуганные глаза, вскочившие с места Натальи. Очнулся Александр в больничной палате. Ему уже сделали операцию, и теперь он, слабый и беспомощный, лежал под капельницей, вдыхая запах хлора и лекарств. Он посмотрел по сторонам, и увидел, что в углу сидит какая-то фигура, но кто это, он не мог узнать. «Тоня!» — позвал он. Фигура качнулась и поплыла к нему. «Нет, это я, Наташа!» «Что ты здесь делаешь? За вами ухаживаю. Вы уже второй день без сознания. Я очень за вас испугалась». «А где Антонина?» «Я не знаю. Ее тут не было. Мы звонили, но она трубку не берет». Может, ей ничего не известно?» «Да, наверное. Я хочу пить». «Ой, нет. Я сначала врача спрошу, я быстро». Она убежала и вскоре вернулась с седовласым человеком в белом халате. «Так-так». «Замечательно, молодой человек. Значит, скоро на улучшение пойдем. Я пить хочу». «Ну, много пить вам нельзя», Смочим губы и чуть-чуть жидкости внутрь, а через пару часов посмотрим. Так, теперь о питании. Я напишу, что нужно сделать. Это такая питательная смесь. Когда доктор ушел, Наталья сделала все по его рекомендации. К вечеру она ушла, а потом вернулась с той самой питательной смесью. Кормила Александра она сама, с ложечки. С каждым днем крепкий организм Александра набирал силу и восстанавливался. И каждый день Наталья, ставшая его добровольной сиделкой, помогала ему справиться с последствиями болезни. Прошло две недели. Антонина ни разу так и не появилась. Только иногда звонила, уточняла, когда выписка, и обещала приехать за ним сама. О том, что его выписали. Александр жене сообщать не стал и даже почему-то не удивился, когда открыв своим ключом квартиру, вошел и услышал телефонный разговор своей жены. Она, не подозревая, что он слышит, говорила повышенным тоном. Нет, Тимур, так нельзя. Он может подать встречный иск. Мы сделаем по-другому. Я сама дам ему на подпись бумаги, а когда он все подпишет, тогда запустим вход твою схему. Александр так же тихо, как вошел, шагнул назад. Теперь он знал все. Тимур, его лучший друг, Тимур, старый партнер по бизнесу, решил за его спиной провернуть дельце и оставить его, Александра, ни с чем. И союзницей Тимура была Антонина. Александр направился в офис, уже оттуда созвонился с адвокатами и юристом, решил все, чтобы оставить своего партнера по бизнесу Тимура и Антонину ни с чем, ведь они сами пытались обмануть его. Он готовился к подобному, ведь бизнесмен всегда и ко всему должен быть готов. Вот только удар стал очень неожиданным для него. Вечером Александр Поехал к Наталье. Она встретила его заплаканное и рассказала, что пришла сегодня к нему в больницу, но там сказали, что его уже выписали, и он вернулся домой. Нет, не домой я вернулся. Я пришел к тебе. Пока я болел, Антонина переписала все на себя, и я теперь гол, как сокол. Александр развел руками. «Но это даже хорошо!» — улыбнулась посветлевшая лицом Наташа. Я ведь давно люблю тебя, но это разница между нами. Ты был богат, а я... Зато теперь мы сможем жить вместе. Хочешь, давай здесь, у меня». «Ты очень славная, Наташа. Стыдно сказать, но я думал о тебе совсем другое». Он помолчал и вздохнул. «И об Антонине тоже». Потом Александр улыбнулся и прижал женщину к себе. Вместе им стало тепло и уютно. И мы обязательно будем жить вместе. Только у меня. Александру было непросто. Но он признался, что решил проверить Наташу. Он извинялся за это. Но теперь ему было так важно убедиться, что вокруг останутся только преданные люди, которые будут любить его. Наташа не обиделась и заметила, что в другой ситуации постеснялась бы признаться ему в любви.